Анна Забелкина, ученица 7 класса Майской общеобразовательной школы, характеризуется как спокойная, скромная, талантливая и очень ответственная. Эти качества были высказаны не только ее учителем-наставником, но и директором школы. С детства у Анны был замечен талант к рисованию, и именно этот навык помог ей выиграть специальный приз на международной премии Росприроднадзора. Люблю рисовать, ну, что вижу, вот. Например, мне что-то понравилось, например, я вот срисовываю. У меня мама рисовала еще давно очень. Я с малого возраста, я тоже пыталась что-то рисовать и уже вот. Конкурсная работа Анны была отправлена на премию вместе с множеством других работ от участников. Общее их число превысило 80 тысяч, из которых 42 принадлежали нашему региону. В конкурсе приняли участие как дети, так и взрослые из всех 89 субъектов России. Мы долго думали, что я вот подумала и вот что увидела, ну, мысли, кто ее нарисовал. Несколько дней обдумала, вот, делала наброски и придумала. «Дыхание жизни» – так Анна назвала свою картину. Ее работа вызвала восхищение у жюри, и она была признана одной из лучших. Я не ожидала, потому что в конкурсе было очень много заявок, и я удивилась, когда сказали, что я победила. Руководитель Анны, педагог Центра дополнительного образования Валентина Дацко, также была награждена благодарностью от Росприроднадзора. Именно она обратила внимание на талант девочки, подготовила ее к участию в этом конкурсе и не была разочарована. На базе нашей школы, Майской средней школы номер 7, работает кружок от Центра дополнительного образования. Естественно-научному направлению на экологическую тематику, экологический патруль. Вот. Ребята очень часто принимают участие во всех экологических акциях, в мероприятиях, посвященных экологии. Ну и вот один из конкурсов, в котором принимали участие, это было «Экология – дело каждого». Мы принимали в третьем этапе этого конкурса, и несколько человек выставляли свои работы. Это были фотоработы, это были работы, выраженные в рисунках, то есть дети проявляют свои творческие способности. Раскрываем их как можем. Одной из участниц этого конкурса была у нас Забелкина Аня. Вот почему выбрали именно Аннушку? Почему выбрали именно Аннушку? Ну, потому что, во-первых, это очень талантливая девочка. Она очень красиво рисует, она видит мир по-своему. Вот, поэтому ее работы всегда очень интересны. Еще с самой начальной школы мы эту девочку заметили, потому что ее работы отличаются от всех работ, которые могут представить дети с собственным видением окружающего мира. Поэтому эта работа была ее первая, так как она у нас учится в 7 классе. Они только начинают обучаться в этом кружке, то есть заниматься в этом кружке. И вот она представила свою работу, которая называется «Дыхание жизни». Нам работа очень понравилась, и мы решили представить ее вот в одной из номинаций в этом экологическом конкурсе. 40 с лишним человек были из Адыгеи, и только наша одна Анюта была отмечена специальным призом. Что это такое специальный приз? То есть там не дается определенное место, а именно жюри определяет еще несколько работ, которые достойны внимания, и нашу девочку наградили. На вопрос о том, какие перспективы открываются перед Анной после таких достижений, Валентина Викторовна отвечает. Хочу сказать, что перспективы здесь какие. Так как она еще учится в 7 классе, ну то есть как бы ей только идет перспектива ее развития, личностного роста. А вот если, ну то есть когда она будет обучаться в более старших классах, там есть даже такой момент, когда ребенок занимает первое, второе или третье место, или будет отмечен специальным призом, то могут даже добавляться баллы при поступлении в высшее учебное заведение именно экологической направленности. То есть как бы ребенка может идти личностный рост и может еще быть оказано ей внимание и помощь при поступлении в эти учебные заведения. Вместе с педагогом Анна Забелкина готовится к очередному всероссийскому конкурсу. Пожелаем девочке дальнейших успехов и побед!